ее врага на острове родился один сын, через какой мудрец, очень большой мудрец, Муни, Парашаров. То это после его рождения он скоро уходил, взялась духовная практика. И его имя будет Вяшем. Это потом эта женщина, что будет жена Шантану. И она когда посмотрела, два сына вычитывали, у них нет дети. Тогда она вспомнила, что Вяс тогда был очень большой риши. Просила, вы посмотрите, наш колонии не остаться. Любви дайте сыну вы. Два жена были. Вычитывали. Он сказал, мать, если вы просите, будет сына. Ну, говорите, эта девушка будет готов. Я так веду, будет так сил, что вы никто не может победить. Ну, так он не приехал. Но когда он приехал, такой день, очень как в форме. Очень сильно, очень ужасно. А эта девушка, как посмотрели, это риши Вяса в такой форме, когда она закрыла глаза. А сила вы сыновой будет, то родился сын, это Дхритараштра. Джанмандаха, потому что ее мать, когда раздание будет, тогда закрыла глаза. То я сказал, знаете, я что делаю? Вас эта девушка боялась, так будет. Но очень сильно сын будет, но не будет, не видит. Говорю, так как будет, если не видит, так как не будет первым. То вы желаете, если другая жена есть, ее тоже нужно дать сын. Хорошо, то говорите, что вы будете готов сделать такой сил. То попьяс, он не ответ приехал. Но девушка знает, если закрывает глаза, тогда такой состояние будет сильно. Ну, боялась очень. Ее тело было как без крова. Бледно. Бледные. Бледные. Так. Поэтому это имя, когда сын родился, тогда говорит, это Панду. Панду значит такой свет бледный. То Панду не был Джанмандха. Потом у них была одна Шуканка. Она просила матери, знаете, так, мудрец, как добрый, дали сын, так хорошо. На мне это же, просите, я очень хочу, чтобы я мне это сын. Он просил, мудрец, мой сын, эта девушка очень верующая, очень хорошо. Он хочет сын от вас. Хорошо, если не говорили, когда будет. А она очень служила, не боялся ничего, нет. То у них сын, у нее сын был очень духовный, очень высокий. Это Видура. Видура потом был министр, потому что сын слуганка, поэтому не дают ничего. Но, а очень духовный, очень духовный. Это три братья. Дхритараштра, Панду. То
Мудят, говорит, это сын Беша. Ну, это другое дело. Это когда решительно, это не очень читает. А если говорит его, кто отец, то говорит, пишите, пишите. Вот так. Поэтому есть Панду, у него пятый сын говорит, тут же будет, и здесь будет еще другое дело. Панду так родился. Его пятый сын, тут же будет как знаете, тут же что ли есть. Он хотел охотить, а у него очень сил, то что где слушает звук, уже стрелит места, там где, откуда звук пишет, не нужно посмотреть. А они один раз посмотрели какой-то звук, думали, это там олень есть, а стрелил. А как стрелил тогда? Это уже один муни, его жена. Так стрелил, они вместе были. Стрела так были. Они очень кричали. Он когда крик слышал, тогда, о мой гад, ошибка делал этот человек. Бежал, посмотрел так муни, а такой состояние. Что делать? Сейчас я стомак желаю. Что делать? И такой человек убили нас. Такое состояние. Тогда я даю так, он называет каш. Проклятие. А? Проклятие. А? Если когда-то вид уже, с женой будет, сразу вид уже увидишь. Просто так, как вы желали, так. То жена Панду все узнала, Кунти. Матери, два жена, они узнали. Они говорили, пожалуйста, не нужно смотреть. Немножко далеко остаться. Они сохранили себя. Но потом один раз Панду посмотрел, его сыновей нет, ничего нет. Вот небо его предки. Они приехали на небе. А поставили, мы не получаем воду. Ничего нет, а? Потому что сыновей нет у нас не будет либерации. Это много раз он будет, предки. Тогда, спросил Кунти, знаете, если я хочу сыновей, тогда у меня смерть будет, сыновей не будет. А что делать? Они так хотят, чтобы у меня будет дети. Кунти говорили, если вы разрешите, я получил мантр. Это мантр, если читаю и прошу какой-то Бог, сразу Бог придет, от него получит сын. Тогда Панду говорит, да, так-то так делаешь. То и начала как. Перебираз до брака. Он мантр хасил пабенич. А просил солнца. Пожалуйста, приезжайся. Он когда приехал сразу, то она что хочешь? Я ничего не хочу. Пожалуйста, я не хочу. Это мантра, если просите, тогда напрасно не могу хотеть. У вас будет сыновей, сын. То сын родился корно. А тогда не был брак, поэтому его на коробке отбросили на реке. Это корно. А сейчас это как муж говорит,
он просил сначала дхарма, ямара, яма, Бог, духовности, дхарма. То получил сын Юдхиштхир. Потом Упьяс Манду говорил, когда получил Бог, Бунтук, Ваю. Воздуха. Получил это Бхима. Потом Упьяс просил Индру, получил Арджуну. А последний два Бога вместе остался Ашвини Кумара. Сикта вместе. Просил, они двое приехали, а два сыновей получили Накула Шарадева. То это сыновей Панду. А если Ешу больше хотите тогда, кто дал сын это другой? Здесь так говорят. В каком смысле кто дал все это? Нет, это он ты кого просил. Это потому что богов, они дали сын. Да. Это мирки не читают так, кто бог дал или не дал. Считают это сын Панду. Это семья приехала поэтому. So, who Pandu is, Priyasi Sini Pandava. Atam Chita is here. Читали. И сам, самый остались, это понимаешь, а? Как узнаешь. То Курова, почему Курова? Курова. Да, у них раньше был известно это Куру. От него это приехало, поэтому их говорили Курова, Шатам Путра, потом читаешь. Ситасья Эка Канья Душаба была его одна дочь, Душала по имени. Потом читайся. Дурьотханха, Кутила Хасит. Кутила уже знаете. Хитрый. Забыли? Житан был? Хитрый. Потом читайся. Саха Юдхиштхирая Раджья на Ярчати Смо. Он Юдхиштхире царства не дал. Юдхиштхира какой падает, знаете? Третий. Там четвертый, да. А что это какой глагол? Давай. Да.
Да. Я. Да. Да. А, да. А, форме ячати, это сначала. Потом немножко опять получите, когда да будет додати. Другой форме. Вот это глагол. Да, да, да. Потом читайте. Атаха Курукшите, Пандава Каура Ванам, Пхишанам Юбдхам Бхаватисма. Поэтому на поле Курукшетры между Пандавами и Куравами было страшное сражение. А где слово между? Пхишанам Юбдхам. Согласен, звучит. Вот не очень понятно грамматически это Пандава Каурава. Нам какой падет, знаете? Это второй. Шестой падет. Шестой. А, шестой. Шестой ночь. Значит, между Пандава и Каурава. А, то есть это... Между ними. Между Пандава и Каурава. Был очень ужасная война, а? Бишанам, юдхам. А Бишанам какой падеш, товарищи? Это второй. А? Я тоже думаю. А юдхам какой падеш? Тоже второй. Второй. А первый падеш где есть здесь? Без первый падеш, то не бывает. Значит, первый. Значит, первый. Так говорю, значит, первый. Значит, второй. Юдхам первый. Первый Юдхам. Первый Бхавати — это глагол. Что Бхавати? Юдхам. Юдхам. Тут первый падеш. А, очень... Это... Какой род, знаете? Средний род. Осторожно, опять когда так посмотрите, не говорите всегда, всегда не будет второй падеж. Второй падеж тоже, пишем вам там, а? Тоже, здесь нет, второй. Потом читайте. Шри Кришна, Арджунасья, Сарати, Асит. Шри Кришна Арджунов возничий был. Шри Кришна был возничий. Арджун. Арджун. Арджуна. Арджунов возничий. Возничий Арджуны. Арджуна в каком падеже? Какой падеж? Шестой. Четвертый. А Сарати Вишарда есть или нет? Сарати. Должна быть. Это скоро получите. Вишарда я. Вишарда. Да. Сарати. Без Вишарда то как не будет. А наверху тоже был. Первый падеж. Нрипаха Асид. А, да, да. Поэтому это по правилам сонди исчез. Потом читайте. Асми. Асмин юдде куравах поражитах нихатащо. Асмин юдде это падеш, понимаете? Падеш. Седьмой. Юдде, не понимаете? Юдде седьмой. Седьмой. Асмин тоже седьмой. Значит, бывает и... Курава, Курава,
Каурава Паражита. Паражита means проиграли. Паражита. А нихаташчо. Это сонди, так знаешь, сонди. Нихатаха, бисарка. Плюс ча. Ча. Это бисарка сонди так бывает. Потом получите. Значит, и были убиты. И были убиты. Убиты. Боя той битве. Кауроби побеждены. И побеждены. И убиты. Понятно? Нет. Там грамматика, состав все предложения на санскрите со словами «Куда», «Трояха», «Тасма», «Ячати», «Асмин». Это желаешь, сэр? А отвечи на санскрите. Дитраштака аси, кимма тащя китурнама, тащя кати путраха асан. Это сам понимаете вопрос. А здесь текста дайте ответ. Кингтава юдиштеша китурнама, тоже вопрос. Тащя братра ке, не можете. Вопрос понимаете? Кешан мудде курукшетта юддам бхавати смо. Между катарами. Ка виджайи абхават. Это ты вопрос. А это наяси, я думаю. Ашит. Грамматику можете говорить? Говорите. Глагол ас? Ас или ас. Us. To be. To be. Us. Us. А, длинный нет, короткий. А прошедшее время нет, а? Прошедшее время, третье лицо, единственное число. Бас. Us он? Тоже? Только множество. Us. Потом? Только множество, а? Третье лицо, множество. Прошедшее время нет. А короткий, какой глагол? Кри. А в настоящее время? В настоящее время единственное число. А бхавати? Почему в так? Три третьего. А бхавати? Бху. Бху. Длинный бху. А ячати какой глагол? Эй, девушка. А вы уже сказали. Ячати. Глагол говорите? Да. Не забыли? Я думал, да. Не забыли. Потом переводите, это вот тут же важно. Махариши. Вьясадева. Написал Махабхарату на санскрите. Это написал, знаете, такой глагол? Ликхати. Ликхати это не точно. Ликхати будет, только прошедшее время. А если это как глагол, нужно значит, рачаяти. Раджаяти. Рачаяти. Отчаяние. Мы там не было у нас. Это просто. Это не будет. Но если гатчати, значит агатчат, то рачаяти тоже можете сказать. Я показываю глагол наш. И коти это тоже знали. Глагол рач. А шван будет так.
Прошу себе меня, взирайте, как дом брат, вот так взирайте. Понимаете, только чмо это очень просто. Long days. Уиль во Аюдде, Аюдде. Один король по имени Дашаратха. Шри Кришна был возничим Арджуни на Курукшетре. Тоже это из текста Парвасиси. Сегодня мы будем читать Махабхарату. Читать, знаете, глагол Это в будущем времени. Ну так, делается. Рамаяна и Махабхарата самие главные сарвасрештхау книги Бхарата Варши. Бхаратаварши. Седьмой падет Бхаратаварша, седьмой падет Делайса. А это дали самые главные два, только внимание дайте, это не молодежство. Да, два. Двойственное число. То это следующий день. Делайте, так как работа делается дома, так полезно. Сейчас другой грамматика. О, можно поверить у вас немножко, а? Немножко поверить. Дева, первое слово. Потом? Эка. 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 Э, вот и. Точно говорите? Откуда вы идете? Так говорите? Так. Точно нужно. Сомнение это неправильно. Когда я говорю, нужно. Эка. Тогда правильно, правильно. Только у вас сомнение напрасно. А ты сейчас? О, откуда вот придет? Посмотрите правильно. От буквы. Во, во, откуда пойдет эта нунна? Это прошлое занятие, где бы не было. Не более то, что. Еще не успела переписать. Нужно знать. Буду знать. Сейчас перепишу. Тогда к другим. Что говорили? А ну. Потом. Следующее. А ну, Вайо. Нет? Посмотрите.
Это Лубль это Бог, а? Да. Лубль бывает Бог. А потом какой... Говорите, что? Ая. Что-то не... Ая, да. А? Это? А ну, ая, да. Поэтому я хочу поберечь. Трудно это. Да, трудно, значит, что что. Просто правильно подошли это. Ну, да. Говорите, кто? Ади и Апин. Ади и Апин. Адья и Апин. Адья и Апин. Она правильно говорит. Ади плюс. Да. Ади плюс. Ади и Апин. Как? Говорите. Ади и Апин. Адья. Адья. Итак, перби правила. Это видно так. Видно так. Ну, это так. О-о-а. Вот делаем сегодня. Опим даже. Понимаете? Это... На один. Правильно, правильно. Только без сомнения. Сомнения, и тогда кто-то поняли. Если правильно глаза придет, тогда сомнения и не вызовет. Это... Правильно. Но пьеса, но пьеса. Знаете же, как узнать, когда в слове «адьяби» будет «адья плюс аби», а когда будет «ади плюс аби»? Слава только «ади». «Ади»? Плас, апи. А как различить, когда какое слово? Знаете, весь то, что говорите. Так. Оди, плас, апи. Апи слова нигде не получится. Это слова нет. Это тоже нет. Слова. Если слова нет. Тогда напрасно, почему отличиться так, а? Я же не знаю, как это слово. Поэтому, не бывает. Иначе, правильно, вот так бывает. Ну, это тоже нужно знать. Я дал, чтобы... Думать. Вот где знаете, или скоро знаете, вот где сегодня. Ропи всегда получили уже, а? Ропи. Апи не будет. Апи, я угадала. Апи, здесь пробили апи, слова нет. Хорошо. То это опиас, как бо, как йо. Это правило еще в голове нужно проходить. Понимаете? Сейчас дальше поеду. Только я показываю. Ну, не очень совершенно. Сейчас сначала «э» борно, потому что сначала «и» говорил, сначала «у» говорил. Mm-hmm. Потом «э», «ой», «о», «у». Сначала. А? Это четыре. Ну, сейчас это я даю.
Я стал отцом внимания. Если не понимаете, мне давайте, пожалуйста. Хорошо. Тонко это, немножко трудно. Всегда ошибка делает. Сорвано. Сорвано, знаете? А? Сорвано, знаете? Сорвано. Сорвано. Знаете? Плюс все гласные. Да. Кроме... Это понимаете? Точно понимаете, что написал? Кроме А. Плюс сарабану сио, кроме А. А? То будет? Э. Э будет Ай. Э будет Ай. Это. Плюс тот сарабану, такой, то, что сарабану есть. А? Сарабану. И бает. А? Значит, здесь какой сорвано есть, это придет ой плюс это. Понятно? Вот это второе слово, это как прочитать, я не понимаю. Сорвано мы гласно. Свара. И класс. Терби стороны э. А второй стороны какой-то гласно. А? Это шаровано. О, кроме О. А, И, У, Ви, Э, Ой, О, У. Это 14, 13 гласно. Какой-то. Тогда что будет? Это изменил Ой. Это изменил Ой. А здесь что гласно есть? Добавить. Понятно? Понятно? Да, это первое, значит, будет ай, а потом любую гласную. Не любую, а та, которая во втором слове идет, да, вот, да. Из второго слова. А сейчас я даю, например, чтобы ясно было. Это приехал, здесь. Последний? Сарабе. А здесь я даю... Или Сокхе. Это Сокхе, да? Сокхе. Хо. Сокхе плюс Агоччо. Кто будет? Кто будет говорить? Сакхай Гачхар. Сакхай Гачхар. Да. Это поняли, я думаю. Поняли или нет? Вот последнюю букву что-то я никак не могу понять. После Ч, вот это какая буква? Чо-чо. Аго. Чо-чо вместе. Аго-чо. Как переводится? Аго-чо приходить, а сакры. Это правило еще немножко добавить нужно. Это говорил? Или... Или О придет. Ой, или О. Посмотрите. Ой, а? Или просто О.
Это понятно? Кабеля. То есть саха ягодка, это будет саха лагочка. А, поэтому здесь два формы будет. Так будет. И так может, да? Не будет. Опять с места не будет. Да. Но когда это сахо будет, а думаете, правила два места, а не будет. Тогда так остается. А, да, это и это. Только посмотрите, когда это опрезет, опять сонды не будет. Опять не поставится сюда сонды. Понятно? Я понял. А какой чаще? Никак не могу понять, как эта буква-то пишется. Вот это вот. А вот чё, а вот чё? Вот так, что ли, или как? Знаете, это чё? Это чё, я поняла. А чё как будет? Так не будет, чё? А, чё, я вот так понимаю. У вас книги посмотрите, что все такое. А, вот это, поняла. А вот это что такое? Сва? Свара, свара. А, сва. А это правило поняли? Два форм. То есть вместо вот этого ая может быть просто а, да? Нет. Я говорю, когда ой будет, это поняли? Да. И когда это не будет, только это. А что будет, когда будет? Э будет О. А о. Потом остальное. Или шок? О. Шок. Ну, а здесь правила санки между вот А здесь, которые здесь. Опять не будет. Один раз входил, так пробила, да. Опять не вместе. Не вместе, да. Вот так останется. А что будет, когда после Э будет О? И это другой потом. Потом, в конце говорю, это сейчас кроме О. Потому что это проблем не наверное сейчас. А, сейчас визуализация 2. Здесь придет ой. Если это уходит. Это уходит. Это отбивает это. Это понятно? Потом эхи добавите. Что будет? Говорите. Напишите. Кто поручит? Сакха ехи. Это не можете добавить. А как? Не можете. Если это здесь добавите, как будет? Е. Ну, почему? Ой, плюс Э. Сакхайяхи. Да,
Вот откуда бы он жилевал. Вот откуда бы он жилевал. Боже мой. Это знаете, если это я напишу, значит это. Это не понимаете. Это не понимаете. Это сначала. А это вы не давали нам еще. Вы нам это не давали еще. От начала. Знаете, так я говорил. Посмотрите, почему нельзя. Это, что это? Сначала ха. Поэтому о. Потом ро. Потом и. Так бывает. Тогда это будет, это не понимаешь. Это обязательно будет так. Почему не понимаешь? Это то, трудно, почему думаете трудно? Понятно сейчас? Или сомнения есть, откуда приехали, не, понимаете? Нет, это теперь понятно уже. Совсем? А мне нет. Не сомнения, а? Или есть? У меня есть, да, я не говорите. Какое место не понимаете? Говорите. Я понимаю, что и... откуда появляется, но а как их и э в санхе, мы это, нам этого не давали еще. Это не года. Это говорю, это как есть. В книге я покажу вас. В начале санскрите, когда мы покажу. Как слова пишутся. В книге я вас покажу, где это есть, это. Вот начало. Вот я плюс буква Э. Посмотрите. Четыре станции. Это как бы бывает. Что? Понимаете? Го-о-го. Го-э-э. Случай есть. Посмотрите. Это нужно понять. Какая страница? Вот посмотрите. Это просто четыре. А, четыре. Как бывает. Все. Объяснять, а? Угу. Гласная, согласная, как место взять. А? Хорошо. Я все равно не понимаю. Ну, здесь очень просто. Здесь Е и плюс это Э, это будет вот эта вот буква. Е. Да. То есть это как согласная, а это как гласная. Да, она, да. А это КХ. Это А уйдет к Х сюда. А почему не может быть Сакхейхи? А? Сакхейхи, почему не может быть? Если мы меняем А почему Е, А же на, сюда пришло на их, к Х? А меняем на А, как вы говорили. Там же два варианта может быть. Другой вариант потом говорю. Это, если понимаете, тогда другой вариант. Это сейчас не сомнение. Да. Это сюда пришло, да. Это сюда пришло. Сейчас другой вариант. Х и другой вариант как будет? Е. Только О. А? Поэтому тогда будет Сакха. Сакха плюс Хехи, Сакхехи. Ага. Сакхай. Это другой вариант, а? Эхи остаться, а? А это только О придет. Э уходит, а О придет. А? Понятно? Тогда я еще один. Лучше два. Еще один. Но, бывает, знаешь, я специально не очень трудно. Ой, подождите, с вами же не стирайте. Я вот это никак не пойму, что это за слово. Тот сваравана. А, тот сваравана. Не очень хорошо написал. Напишите. Тот means. Вот так, вот это ты, да? Да нет, тот. Тот means ту. То-то. Здесь как? Здесь тут это. Тот. Тот means. Это, а? А, ясно. То сорбоны. То написали? Ну, все.
это правильно. Но еще даю один. Это очень важно. Те плюс име. Име means это двое. Те име. Име не двое нет. Те име means они. Име что две? Нет, ты не ты. Ему. А я ему име. А. Не ты. Има обоим. Это не. Им. Нет, де, де. Дис, дис. А, дис, эти. А, эти. Эти. Множество, а? Те множество, име множество. Как будет? Да, ими. Как говорите? Вы говорите как? Да, хорошо. А другой? Да, име. Да, име. Так говорите. А? Так говорите. А? Да, имя. Ну так. Так или нет? Да. Так. Правильно? Да. Понятно. Это правильно или нет? Что это такое? Девушка, это правильно? А? Это какой-то? А? Это какой-то? Который мы разбирали сейчас. Это две места так или нет? По правилам. То, что написали правила. Тут же правильно. А? Не думается так? Она так думает. А вы так думаете? Тут же? Так думаю. А вы? Я что-то плохо думаю. А у вас? А Варна плюс Иварна, но... А Варна Иварна где же? Здесь и первое. И первое. А другой Саврона? Какой это Саврона? Здесь и. Это вопрос. Остальное какой Саврона, только кроме О? Мы же сегодня как раз и первое начали. Другое правило, почему пишите? Не другое правило. Это правило у вас написано. Э плюс где? Та плюс и. Э плюс. Сваравана. Какой то Шарвана, кроме О? И это такой? Сваравана. Это правило. Это правило как? Ну, второй вариант будет. Та плюс имя, а вот... Это второй вариант, да. Ну, да. А правильно? Первый? Правильно? Ты согласен? Первый вариант? Да. Да. А первый? Все, первый согласен. А второй? Не согласен. Второй пока нет. Он хочет еще раз санхи применить сюда. Он уже какой-то сомнение есть там. Ну что, Мария? Э уходит. О придет. Да. Тогда то... Плюс имя. Плюс имя тут написано. Там либо А есть, либо дальше, А. Дальше не будет. А почему не будет? Второй шаг санхи не делается. Один раз правила использовали, а другой не будет. Здесь другой не будет. Но это раньше, шаху агачу туди могли взялась. Если это опьяс много взялась, это как шаху написали. Шаху агачу, шаху. Сокоагачо. То есть это будет два слова получается? Да.
Да, слова есть. Они не сливаются дальше. Нет. Знаете, кто очень ведом напишет, кто далеко напишет, это не проблема. И хотите немножко далеко написать, тут же правильно. А если хотите место написать, тут же не проблема. А знаете, Бхагавад Гита, там есть. То имя воспитает, я говорю. Гита. Панам штакта дананича. Бхагавад Гита, я покажу. Это дали. Если вы не знали это правило, тогда не. То имя воспитает людей, панам штакта дананича. А, посмотрите. То имя воспитает людей, то имя. Если Санди Вича взялась, тогда вы нужно говорить «те имя». Да. Это далеко даже. Если у вас не очень приятно, тогда рядом дайте еще немножко близко. Еще ближе взялась. Посмотрите, то имя. То имя воспитает людей. То имя. То имя покажу. Вот где-то тут же делают. То имя или те имя? Это все они, да? Переводятся? Да, да. Те имя. Ага. Ну так, тогда нужно, если так дают, тогда у вас нужно это использовать сонды. Не понимать. Если это сонды не знаете, тогда не можете, то это слова нет. Такое слова нет. Если слова... Ищите, не получите. А если знаете правила, то это те минсани. Те минсани, узнаете. А почему тогда в прошлый раз, когда мы делали ри, меняли на ар просто? Да. То там он сливалось повторно. То есть мы меняли ри becomes эр, и потом еще делалось санхи. Тут другой просто получается. Так написано. А здесь? Там немножко другой. Остальное другой. Здесь только. То есть здесь не заменяется, а просто сразу санхи делается. Ну, то так. Еще один так тогда я даю. Еще один. Сейчас, если можете, тогда понимаю, все понял. А сейчас, если не понимаете, тогда проблема. Как будет? Нагараям шатхам. А? Нагараям шатхам. Пожалуйста, можете написать. Нагараям шатхам. Нагара means городе, а ушадам means лекарство. Лекарство. Да, лекарство. Нет. Это же хао, да? А еще другой напишешь. Сейчас я прошу, согласитесь или не согласитесь. Это я потом. Каждый человек прошу. Вы как думаете? Правильно или нет? Нагарье. Рье должно не рье. Рье и шатхам. Я исчез. Это «э» правильно. «Э» говорит «э» become «ой». Если было «ре», то должно стать «ри». «Ро» – это другой правильно. Здесь «ре». «Ре» – нет. Последнее слово «э». «Ро» – не последнее здесь. Да. Тогда «э» – это правильно нужно. Здесь последний «э».
тогда другой вопрос. Е плюс О, как будет? Е изменить ОЭ. ОЭ. А О добавить. Это на горе О, на гору. Согласитесь? Второй, два слова, да? Хорошо. Остальное остаться, не проблема. И изменить что? Ой. Ой. Это понимаете? И изменить ой. Правильно там написано? Согласите? Ой. Тогда будет как? Тогда будет... Это будет или нет? Нагорай. Нагору плюс ой. Нагорай. Будет или нет? И это ой. Тогда нагор плюс ой. Нагорай. Нагор плюс э. Это понимаете? Да. Э не будет. Э исполнить ой. Тогда нагор плюс ой. Что будет? Нагорай. Нагорай. Понятно? Хорошо. Хорошо. Потом оу добавите. Тогда нагору. Нагору. А что там как есть? Это правильно. А второй это не проблема. Это два разных слова, два слова, да? Да. Нагага и Ашатхам. Ушадам. Тогда поняли. А потом дома посмотрите. Правила посмотрите. А, например, посмотрите. Куба посмотрите. И сами думаете. Это... Поменяли это где смотреть? В каком месте? А? Сейчас другое правило даю. Пожалуйста. Другое правило. Немножко далеко напишите. То вы вот далеко посмотрите. Немножко места. Пусто. Тогда лучше будет. So, сейчас правило ой плюс шароварно. Кроме о. Шароварно. Кроме о. Physical to ой будет, ой будет ай. Ай. Плюс тот шароварно. Как раньше написали. Шароварно. Или а. Плюс. Другая форма. Правила понятна?
Сейчас, например. Это сами говорите, два форма. Сейчас как будет? Я думаю. Даже напишите. Лучше напишите тогда. Есть два полных. Так, шире. Так. Это я, да? Это потом. Это будет это. Это не дали. Uh-huh. Это не дали. Это не нужно. Не. Это изменить это. То давай пиши здесь. У вас конфьюжн будет. Угу. Дай, девушка. Вы посмотрите как. Посмотрите. Он приехал, но здесь приехали. Уходит. Это артха? Да. И еще один дайте. Это уже как лучше дайте, видно. Это знак не дайте, это знак не дайте. Пожалуйста. И согласитесь или нет? Посмотрите. А вы говорите, сейчас вас лавы уже будет. Здесь приехали, уходит. Сейчас? Правильно? Да. А вы говорите. Правильно или нет? Нет, вторую правильно, там легко со вторым, а вот с первым не очень. А вы как? Поняли? А вот это вот... Ой. Да. Вот это ей получается? Да. А здесь «е» получается? Нет, это так, не то. Одинаково? Это так. Два хвостика, да? Нет, хвосты один дают. Один? А буква там... И здесь тоже один? Или Боже мой, когда два хвостика здесь, а? Они соответствуют одному хвостику здесь. Сначала это да. Начало проблема ваша. Я что желаю? Первая проблема, если будет хвостики. Это что? Это забыли это? Это я напишал. Так, да. А знак будет так. Знак где же есть? Вот здесь. Вот здесь. Понятно? Понятно. Это напрасно проблема делает. Ну, это бывает ай. Это понятно? Тогда это так будет. Будет или нет? Понятно? Нет. Еще сомнения есть. Опять у меня нужно дать.
это будет так. Раз. Ай. Раз. Это поняли? Посмотрите. Это поняли или нет? То есть это мы записали, это вот в таком виде, в другом виде, то же самое. Ой! Да, вот оно. Это же если и здесь, тогда так бывает. Так бывает. Если это гласно уходит, тогда так бывает. Это полезно. А это по правилам это будет. Сейчас вместе как будет? Вместе? Да, место будет так. Так будет, а? Или нет? Да. А потом ортодавабичи. Здесь. Ортодавабичи. Тогда так бывает или нет? Понятно? И? А это легче поняли, а? Это второй, поняли? Второй-то понятный, а вот первый, да, немножко... Так сложнее. Сейчас вы тут же, ясно? Ясно. На это напишите это. Это напишите, на это потом забивайте. Я еще один даю, потому что время уже. Пасты ходят, а? Вот дома эксперимент делается. А с чем эксперимент делать? А? С чем эксперимент делать? Ну, слова где брать? Слова, чтобы мы дома писали санхи. Не нужна слова, одна. Ты готовите. Нет, вы можете нам дать слова, чтобы мы из этих... Я не нужна. Ви такой сырьёй, ви начинаете написать прией. Что остановит вас? Прией. Плюс орто не дайте, то опадайте. Слова будет или не будет. По правилам, как будет, это если нужно знать. Отдаю. Сейчас не даю. Потом даю. Сейчас то, например, даю это, понимаете? Поставьте, понимаете? Написали? Еще, например, нужно дать. Написали? Печати. Сейчас вас нужно делать. Это. Второй способ очень простой. Второй лучше. Да. А первый вот. Это же будет. Да, немножко внимания нужно дать. Дома внимание дать. А второй там просто два слова пишется вместо ай пишется а.
вместо ай пишется а? Да. Шири а? Или как? Шия. Шия. Я просто я, вот эту букву, без вот этих палочек. Ширия и вот печать, да? Вы согласите? Сортальная. А? Да. Поэтому у вас это будет очень легче. Думали, лекция-то. Там длинная. Второй думали, лекция, а сейчас так. А. Там длинная, а будет только. Длинная, да? Здесь как формула будет. А, длинная, а, да, здесь еще палочку нужно. Дальше. А, как отличишься сейчас? Отличишься. А они одинаково получаются. А? Так получается одинаково. Одинаково получат. Да, а? Да. Вы согласитесь? Там есть другая. И я должен. Еще одно я должно быть. Да, дайте, вот дайте, дайте, дайте. Сейчас. Дайте, дайте. Эй, девушка, согласитесь? Дайте правильно, делайте. Внизу. Только я не уверена. Рука внизу правильно делайте, и здесь остаться. Я точно не знаю. Дайте, дайте. Это или нет? А? Это где здесь у вас есть? Это есть или нет? А это куда хочет? Это говорит плюс тот сорвано. Это где у вас? Надо. Надо. Говорит, надо. Там написано, что что собрано есть. То где? Тогда я не знаю. Это не очень легче. У вас ошибка, поняли? У вас ошибка. Не поняли? Он изменил. Вместо «и» поставил «я». И вы готовы «и». «Я». Вы не дали это «ай», «ай». Это не дали. Вторую «я» не дали. Первое «я» осталось от первого слова. Здесь одинаково взяли. Здесь как взяли, там тоже. Это понятно или нет? Нет, что-то мне вообще ничего не понятно. Совсем, совсем не понятно. И, значит, и сейчас у вас бумага полная спазец? Да. Тогда это «ой», без «ой» напишите. Без «ой» напишите. Вот это. Без этого напишите. Если гласно не будет, так как будет, так напишите. Ее напишите, ой, это классно не дашь, ее дайте. Это дайте, это слово напишите, я хочу подарить вас.
Вы эту гласма не будет тогда там на печи. Если гласма не так будет, тогда печи. Это знак, это. Плюс это печи. Плюс. Это. Ой, как напишет. Ой, так напишет. Я говорю, почему это вас нужно это изменить. Это корни остаться. А это последний. Последний это. Поэтому это отличили, чтобы это изменить. А там плюс. Это напишите. Сейчас это так и так. Напишите. Что непонятно, как. Искать в тексте. Сами. А это место, как что придет, это что будет? Это напишите. Плюс. Напишите. Плюс это напишите. Сейчас то это место как? Три места как будет? Место как будет? Дальше. Это уже дали, потому что это знак уходит, это когда придет, знак уходит, да? Вот осталось только рука, да? Дальше. Это слева, да, я дал слева и четы, я вот другой делали. Это слева, что? Тогда если и четы будет, так делается сама, так делается. Свои просички. Это желается сейчас. Это другой. А как девушка желается? Ой, сколько я готчу. Да, хорошо, сколько я готчу. Да, это правильно. А вот здесь большой. Два форма. Это один форма, а это вторая форма. Правильно? Нет, это длинная. Это длинная есть, то. Пизи нет. Это длинный. Длинный? Да. Ну, последний, это поняли? Это? Или нет? Угу. Точно? Угу. Это раньше кто делали, как написали. Ну, далеко понятно легче, когда сам начинали делать, посмотрите, как трудно. Сейчас я посмотрю. Да. Сейчас делаем. И добавить это, когда будет так будет. Понятно? Это и добавили, будет такой. Понятно? Это
гласна. Когда добавили, тогда имидж. Да. А потом остальное. Это место вас тут же будет. Вам это покажу, знаете? Раз и, значит, что будет? Вы можете сказать, что будет? Я... Раз и, кто будет? Можете написать? Сейчас. Здесь напишите. А гласно добавите. Что будет? Если вы пишете начальство, то оно будет начать вот так. И если вам нужно поставить середину, ставите две короче. На третий глаз, так как вы... Да, посмотрите. Он напишет. Хорошо пишет. А? Здесь вас. Вас. Это и вместе будет. Как будто другое место. А мы запомнили. Тогда нет. Это только два правила дали, не много, а? Это начальник на первой стране. Посмотрите. Вот это для начала. А если хотите, если хотите, дома попробуйте, тогда есть только два я даю. Шоке, вас сколько дали? Шоке. Тихо. Это один. Дома это желаете. Это два. Дома желаете. Ой, кем. Иго. Это и, архо, иго. Это дома правильно делается. Знаешь, это не трудно, немножко внимания. Это серьезный раз. Ой, кем. Желаете? Я думаю, можете сейчас. Только нужно без сомнения. Только два правила дали. Если два правила, следующий день будет, тогда шашанди, консанди. Потом начинаем. Ну, знаете, это немножко трудно, я говорю. А больше, понимаете, немножко трудности. Только проблема говорилась. А получается, что Э варна, она себя ведет по-разному. Э и Э. Э ой. Два правила. То есть И варна, У варна, там плюс Вара варна, они по-другому ведут себя. По-другому можете говорить. Так. Сейчас мы уже готовы к нам.